Всем привет, с вами Дед. И знаете, я тут подметил, в Азии собралось больше 200 человек. Это очень много. Я столько людей в жизни не знаю, сколько вас тут подписалось. Это мое уважение. В связи с этим я решил провести небольшой конкурс, так сказать, чтобы вас отблагодарить за то, что вы со мной здесь смотрите то, что я делаю. Я очень долго думал, что можно прикольного замутить, интерактив чего-то еще, но для этого надо или мутить какую-то группу ВКонтакте, или еще что-то, ну, сложное. Поэтому решил ограничиться банальной херней репостнутой. В чем условия конкурса? Вы все-таки на меня подписались, значит, вам здесь что-то интересно. Поэтому я вам предлагаю зарепостить любой мой видеоролик, который вам больше всего понравился. Может, какой-то любимый у вас есть, самый интересный, на ваш взгляд, или еще что-то такое. И оставить ссылку в комментариях с вашим репостом с хэштегом «Дед да игру». Соответственно, через, наверное, где-то, может, месяца полтора я рандомным образом выберу кого-нибудь и, знаете, что вам подарю? Смотри. А разыграть я хочу вот эти вот две классные игры. Это ремейк «Принца Персии» 2009 года, а также очень прикольная, но вряд ли много кому известная игра под названием «Даймоника». Это лицензионные оригинальные диски в пленках, в упаковке. Я думаю, про эту игру многие знают, многие в нее играли, но вряд ли кто откажется поставить себе такую вот классную силдовую коробочку, семенополку. А обзор этой игры сделал один клевый чувак, вот я ее где-то здесь оставлю, посмотрите, тоже интересно. В общем, вы подписаны на мой канал, делайте репост любого моего ролика, и я, как я уже сказал, выбираю случайным образом любого зрителя, которому я за свой счет отправлю вот эти вот две классные игры в коллекцию. Ну, всем удачи и увидимся в следующих видео.